тех случаях, когда простейшие антенны не могут обеспечить получение на экране телевизора удовлетворительного качества изображения, применяются рамочные антенны. Они сочетают в себе большой коэффициент усиления при сравнительно узкой полосе пропускания, простой конструкции и отсутствием необходимости настройки. Рамочные антенны – это приемные телевизионные антенны, конструкция которых выполнена в виде рамки. Наибольшее распространение получили двухэлементные рамочные антенны. Хотя иногда используются также и трехэлементные рамочные антенны. Впервые рамочную антенну применил в 1888 году Генрих Герц. Рамочная антенна представляет собой один или несколько последовательно соединенных витков провода, расположенных обычно в вертикальной плоскости, питаемых в режиме передачи источником ЭДР переменного тока. Размеры рамочной антенны малы по сравнению с длиной волны, и поэтому ток, текущий по проводу рамки, по всей длине провода имеет одинаковое значение и фазу. А это значит, что токи на противоположной стороне рамки направлены в противоположные стороны. Рамочные антенны могут быть различной конфигурации – круглые, квадратные, треугольные, независимо от конфигурации рамки и ее размера. Она сохраняет форму своей диаграммы направленности и поляризацию электромагнитного поля. Диаграмма направленности имеет вид восьмерки с максимумами в плоскости рамки. Вдоль оси рамки не излучает и не принимает. Большее распространение эти антенны получили в качестве приемных антенн, радиопеленгаторов и радиовещательных приемников, работающих в диапазонах длинных, средних, а также коротких волн.